Всем привет! Ну, поступила просьба разобрать песню, игру песни группы Чиж «Конь мой вороной да обрез стальной». Вот я ее, ну, если запала хватит, то в трех тональностях разберу, если нет, то только в этой. Да? Без пояснений, все пояснения я дал в ходе своих видеоуроков, там ничего нового я не играю, там никаких приемов здесь шибко не использую. Я просто на примере конкретной песни, как эти уже описанные приемы используются. Сейчас сначала сыграю, как вот я ее играю. Это вступление, куплет-припев и потом как завершение песни играю. А потом сделаю, сниму просто вот фраза за фразой музыкальные последовательности. Давайте сперва басы, тоже их уже видно, пояснений еще не видно. Вступление. Куплет. Теперь фраза за фразой. Естественно, вариаций 1000, да, как сыграть. Я постараюсь придерживаться одной и той же, одних и тех же нажатий, да, то есть не варьировать ничего. Но если где-то сорвусь, то извиняюсь. Вступление. Просто медленно играю по 3 раза каждую фразу. Первая фраза вступления. Первая фраза вступления. Еще раз. Еще раз первая фраза вступления. Thank you.
это, вернее, это оно и было вступление. Итого вступление. Первая фраза куплета. Еще раз, первая фраза куплета. Еще раз, первая фраза куплета. Вторая фраза куплета. Еще раз, вторая фраза куплета. Еще раз, вторая фраза куплета. И еще раз вторая фраза куплета. Третья фраза куплета. Еще раз третья фраза куплета. Еще раз третья фраза куплета. Четвертая фраза куплета. Еще раз четвертая фраза куплета. Еще раз четвертая фраза куплета. Итого весь куплет. Первая фраза. Припев, первая фраза. Еще раз, первая фраза куплета, припева. Вторая фраза припева. Еще раз вторая фраза куплета. Ой, припева. Еще раз вторая фраза припева. Третья фраза припева. Еще раз третья фраза припева. Она, по-моему, как первая, но точно не знаю. И еще раз третья фраза припева.
четвертая фраза припева. Еще раз четвертая фраза припева. Весь припев целиком. Проигрыш к концу песни. Ой, извиняюсь, я же по фразам. Первая фраза — проигрыш. Еще раз, первая фраза — проигрыш. Еще раз, первая фраза — проигрыш. Вторая фраза — проигрыш. Еще раз, вторая фраза — проигрыш. Еще раз, вторая фраза — проигрыш. Третья фраза — проигрыша. Ой. Еще раз, третья фраза — проигрыша. Еще раз, третья фраза — проигрыша. Четвертая фраза — проигрыш. Четвертая фраза — проигрыш. Еще раз. Еще раз, четвертая фраза — проигрыш. Ну и потом вот вся песня. Пробуем. Как она, ну, чуть, и чуть убыстряем темп потом. Вот, ну, в результате получаем этого разбора что-то.
Пользуйтесь на здоровье, пожалуйста.